Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1395. Разбор ответов архимандрита Амвросия Юрасова. Вопрос 22. Почему западные страны живут материально лучше, чем Россия? Отвечает Амвросий Юрасов. Материальная обеспеченность – это не богатство, это лишний груз души. Самое главное богатство – благодать Божия. Комментирует ответ архимандрита Игнатий Тихонович Лапкин. Что же это за ответ? В 104-м вопросе вдруг отец Амвросий отвечает совершенно не по теме, но это так хочется отнести к 22-му вопросу. Все рушится, нет Божьего благословения на наших делах, на наших трудах, нет Божьего благословения и в празднике работать. Смотрите, у нас в стране этих земельных угодий миллионы гектаров, а хлеб и продукты закупаем в других странах. Почему? Да потому что с матами сеем, с матами собираем. Да еще и водители почти все работают в пьяном виде. Тракторист вытащит бутылку, глотка 2-3 сделает и дальше едет. Постоянно глотает и глотает. В трезвом виде нередко когда бывают. И так вся Россия живет. Аминь, отец Амвросий. Умница. Нечаянно и высказал причину, проговорился все-таки. Забылся и сказал прямо и без оглядки, что в таком положении находится вся, цитата, православная Россия. Но спустя несколько вопросов вновь начинает говорить о восстании России, притом обязательно о ее духовном воскресении, как пьяный опять по-архимандритски закуролесил. С чего бы ему быть, достатку-то нашему, если все глотают и глотают и воруют? И так как архимандрит и вся патриархия московская не проповедует в чистом виде Евангелия, а сеет свою высеву, то заботы нет. Потом придут трактористы, покаются. У них же благодать, у попов. И важнее их нет ничего, они главные. Без них всем ложись и помирай. Трактористы – это и есть, цитата, «церковная полнота патриархийная». Знаю, что простишь мои неправды, вот я весь стою перед тобой. Для любви нет никакой преграды, потому что сам Господь – любовь. Ради нас одет был в багряницу, ради нас распят был человек. Мытаря, разбойника, блудницу – никого ты, Боже, не отверг. Всех простил, на древе умирая. Праведник за грешных умирал. Господи, с тобой не надо рая. Тесный ад с тобою мне, как рай. Плачь, душа, в содеянном покайся, сокрушайся, об одном мечтай. Если уж за нас Христос распялся, нам ли не распяться за Христа? Иеромонах Роман, 1982 год.